связи с реализацией областной программы по ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения, администрация Ленинского района в этом направлении ведет активную работу. Конечно, пока проблема не искоренена, но благодаря нововведениям появляются новые способы ее решения. Так, на базе Измайловской школы 1 сентября будет открыто дошкольное отделение на 30 мест. В поселке никогда не было своего детского сада. Родителям приходилось возить детей в соседние населенные пункты. Сейчас в школе идет капитальный ремонт, а вместе с тем создание дошкольного отделения. Я думаю, что все-таки это такой островок образования, островок воспитания. Потому что школа пользуется среди местного населения, в частности общественности, довольно хорошим уважением. И наш педагогический коллектив, а в него вольются и воспитатели группы дошкольного образования, станут для родителей и для бабушек, дедушек, которые приведут сюда, единой дружной семьей. Дошкольное отделение почти готово. Ремонт полностью сделан. Закуплена вся необходимая мебель, кроватки, стулья, столы, постельное белье, игрушки. Полностью оборудован пищеблок. Еда будет доставляться из школьной столовой. Установлена сантехника, оборудован учебный класс, где будут стоять 3 стола со встроенными компьютерами. В ближайшие дни закончится реконструкция детской площадки с современными игровыми формами. Также школа располагает еще 2 помещениями, где будет оборудован музыкальный и физкультурный классы. 21 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет уже получил путевку в этот новый детский сад. Проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях наиболее остро продолжает стоять в городе Видное. Но и здесь задача по ликвидации очередей потихоньку решается. В этом году в детские сады было выдано более 1000 путевок. Мы как минимум в этом году еще должны ввести 3 детских садика. Я сейчас говорю про городское поселение Видное. Это у нас в районе Тарычева. Это у нас непосредственно в Завидном и Ермолино. Как минимум мы создадим 490 мест. Конечно же, я с огромной радостью, может быть, на душе и с огромным чувством благодарности от родителей, как правило, это всегда бывает, мы закроем ту историю, связанную с вообще, что такое ликвидация или что такое очередь в городском поселении Видное. Администрация Ленинского района делает все возможное, чтобы к 1 января 2016 года полностью ликвидировать очереди в детские сады и пока справляется с этой задачей успешно. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.